Всем привет! Сегодня на обзоре глюкофон под номером 761 размером 22 сантиметра, настроен в тональность Сильверадо в ноту ми. Давайте послушаем, как звучит. Очень интересное звучание у него такое как высокий колокольчик. Здесь идет расцветка сине-фиолетовые оттеночки, переходящие в такие бордовые, немножко бирюзовых. С обратной стороны такой больше темный янтарь. Ножки из натуральной кожи. Ножки обеспечивают вам защиту глюкофона, его лакового покрытия от царапин и придают возможность звучать на твердом. То есть можно поставить на стол, на пол, куда угодно и играть. При этом не нужно никакие подставлять подушечки, там искать какие-то мягкие места. Все встроено в корпус, с собой больше, как говорится, ничего не нужно носить. Тональность можно любую другую заказать, если вы хотите, в таком же цвете. Либо наоборот, эту же тональность в другом цвете. Можно добавить какой-нибудь рисуночек сюда, гравировочку. Все по вашему желанию можно сделать. Примеры можно посмотреть на сайте vargans.ru. Ссылочка есть в описании. Еще больше вариантов в группе ВКонтакте. Заходите, смотрите. Также есть телефон, можно позвонить. Все это есть в описании. Если что-то не нашли, пишите прямо в комментарии. Комментарии я читаю и отвечаю на них. Глюкофон этот самый маленький, который делаю, и самый легкий. Поэтому он такой мобильный вариант. Его можно брать с собой в любой поход. Не затруднит передвижение. Весит он всего килограмм 600. И поэтому он подходит также к детям хорошо по своему размеру и весу. К инструменту можно дополнительно заказать чехол-сумку. На него тоже есть отдельное видео. Если кому интересно, смотрите, ищите на сайте, либо просто напишите в комментарии, я ссылочку дам. Такой вот на сегодня обзор. Всем спасибо за просмотр и всем хорошего настроения.